Спрашивали? Отвечаем. Более 500 вопросов поступило на форум «Хозактив-2020». Вот ответы на одни из самых популярных. Озвучены ли итоги расследования на руднике «Мир»? Планируете ли привлекать специалистов промбезопасности при строительстве опасных и сложных объектов? Итоги расследования по руднику «Мир» опубликованы Следственным комитетом. По делу об аварии на руднике все обвиняемые получили по 2 года и 6 месяцев в колонии-поселении с лишением права занимать руководящие должности 3 года. С февраля 2018 года в компании действуют новые стандарты безопасности, принципы открытости и честности на производстве. При принятии решений в приоритете безопасность работников. Ответы на другие вопросы ищи на сайте хозактив.alrosa.ru.